Как продвигаются дела в Акфе, Эстер? Прошу тебя, не забывай о них. Можем ли мы, султанша? Все хорошо. Но народ интересуется вами. Они ждут вас. Им интересно, когда вы пожалуете. Султанша. Абаза Мехмед Паша пожаловал. Он желает видеть вас. Подходи, Паша. Добро пожаловать в столицу. Султанша. Рад видеть вас. Я слышал о нападении. Мне очень жаль. Вы в здравии, иншаллах? Лишь Аллах может забрать ту жизнь, которую сам же дал. Да не оставит Аллах нас без вашего солнца и света. Наш свет с повелителем един. Султанша, я принес вам подарок. Он недостоин вас, но если вы примете, это будет большая честь для меня. Алмаз, султанша. Славно. Меня довольно сильно огорчило то, что вашему регенству пришел конец. Но о вашей власти спорить нельзя. Я всегда у вас в услужении. Я разгневана из-за случившегося, Мехмед. Следовало нам убрать руку от власти, так проблем не сосчитать. Султанша, будь я в столице, я смог бы служить вам намного лучше. Быть мне куби-визирем, я бы немедленно выполнял бы ваши приказы. Я и не сомневаюсь. Но и твоя должность важна. Тебе нужно оберегать границы от врагов. Султанша, прошу прощения. Все паши уже в диване. Они ожидают Абазу Пашу. Кеманкеш, тебе это точно известно. Где мой сын-правитель? Прибыли персидские послы. После он вышел. Он уж точно отправился к Фарье. А почему прибыли персидские послы? Они на пустом месте не прибывают. Нет ничего важного. Персидский шах отправил дары. Есть ли что-то под этим, неизвестно. Султанша, ну что там? Я как раз пришла сообщить об этом. Элеонор Хатун пропала. Что значит пропала, Мелике? Кто-то ей перекрыл дорогу и похитил ее. Кто и зачем бы стал? Это ты сделал, не так ли? Валиде, что случилось? Не стыдно ему еще и спрашивать, что случилось. Ты преградил Элеонор путь и похитил ее. Говори, где ее спрятал. Элеонор похитили? Касым, ты, видимо, не понял. Это дело жизни и смерти. Говори, где эта хатун. Валиде, да будет Аллах моим свидетелем. Я ничего не делал. Я впервые слышу об этом. Кому ты рассказывал? Кто еще знает? Ибрагим? Ибрагиму говорил. Хаджага! Быстро приведи сюда Ибрагима. Нет, Валиде, я никому ничего не говорил. Нет. Как бы я мог о таком рассказать?
Но кто-то из вас двоих рассказал? Иначе, не зная об этом, кому надо ее похищать? Если вы трепались где-то об этом... Что теперь будет? Валида, что теперь будет? Успокойся. Я найду выход. Надо будет, сама сгорю, но тебя в пламя не брошу. Хаджага, сообщите Халилю Паше, чтобы до рассвета он нашел и привел ко мне ту хатун. Султанша? Халиль Паша, есть новости? К сожалению, султанша, я все обыскал, но нет никаких следов. Что значит нет? Она что, под землю провалилась? Султанша? Паша? Все в порядке? Нет никакой беды, надеюсь? Нет. Кеманкеш. Приказывайте, султанша. Султанша, как наш Шахзаде мог впутаться в такие дела? Что было, то было, Кеманкеш. Нам остается закрыть это дело. Первым делом мы подумаем о повелителе. Что будет, если он услышит? Два брата, друг против друга. Нет, я этого не хочу, но за спиной повелителя... Есть ли тот, в ком вы сомневаетесь? Кто может использовать эту женщину против вас? Кто? Нет. Гюльбахар. Как я не додумалась. Гюльбахар ее выкрала. Она и стояла за покушением, я уверена. Сюда, султанша. Сюда. Кеманкеш, тут никого нет. Ты с нами в игры вздумал играть? Хатун ведь должна была быть здесь. Кесем Султан, а я ждала вас. Гюльбахар, что тут происходит? Где хатун? Она не тут. Но не волнуйтесь, она в безопасности. Я предоставлю вам ее в целости и сохранности. Только если вы примете мое предложение. Что за предложение? Вы сделаете так, чтобы я осталась во дворце. Иначе султан Мурад все узнает. Тебе жить надоело? Как ты смеешь предлагать мне подобное? Это вы меня вынудили. Я лишь желаю остаться со своим ребенком. Плохого желания у меня нет. Ты предстала предо мной и решила торговаться? Да кто ты такая, что угрожаешь мне моим же сыном? Вы делаете это мне годами. Но обратите внимание, что я не бессовестная, как вы. Я даю вам шанс спасти своего ребенка. Ты приведешь эту хатун. Иначе живой отсюда не выберешься. В таком случае попрощайтесь со своим сыном.
Ведь если я не вернусь во дворец, Хатун будет выдана. И что будет после? Ты думаешь, что тебе удастся спастись? Я своими же руками удушу тебя. Султанша. Вы и так удушили меня своими руками. Когда вы разлучили меня с моим ребенком, я умерла. И годами нахожусь в могиле. В могиле, вырытой вами. Даю вам срок до завтрашнего утра. Или вы поговорите с султаном, попросив его, чтобы я осталась. Или же я лично сдам Хатун. Султанша, думаю, полезно будет рассказать случившееся повелителю. Ни за что. Я не могу бросить жизнь Касыма в опасность. А что вы сделаете? Примите предложение Гюльбахар Султан? Не жалей, больше дров. Как скажете, ага. Пусть растопится как следует. Иди, все там проверь. Тут слишком жарко. Позови кого-нибудь. Султанша! Султанша, двери заперты! Откройте двери. Помогите. Кто-нибудь. Откройте. Помогите. Откройте. Откройте.
Говори. Где Элеонор? Где ты ее прячешь? Ни за что. Ничего не скажу. Ты в любом случае умрешь. Обманула всех, сказав, что больна. Теперь твоя ложь обернется правдой. Скажешь, что болела, от того и умерла. Стало плохо в хамаме и скончалась. Как бы не так, Кюсэм Султан. Я ни за что не заговорю. Лучше уж умереть, чем вновь в разлуке с сыном быть. Позвольте, позвольте мне остаться рядом с Шахзаде. Допустим, позволила. И что потом? Несмотря на меня, ты сможешь тут счастливо жить? Разве я позволю тебе это после всего, что ты сделала? Я давно привыкла к несчастливой жизни. Но больше ни за что не вернусь в Амасью. Если и умру, то хоть здесь, рядом с Шахзаде. Как жаль. Ты рискуешь не только собой, но и своим сыном. Закройте двери. Кюсэм Султан, даю вам слово. Если не в этом мире, то вы обязательно ответите за все в аду. Султанша, если она погибнет, то выдадут хатун повелителю. И жизни Шахзаде будет угрожать опасность. Султанша, я все еще Элеонор Хатун, только пока без особых успехов. Что бы я ни сделала, Гюльбахар не заговорила, не смогла ее разговорить. Валиде Султан, добрый вечер. Какие-то проблемы? Это у тебя надо спросить, Силахтар. Моего сына-повелителя во дворце нет, а ты тут? Почему ты не рядом с ним? Он сам так пожелал, султанша. На все у него есть ответ. Что снова произошло, Кеманкеш? Почему опять султанша не в духе? Она в печали, в отличие от повелителя. Ведь известно, что когда его нет во дворце, то она начинает беспокоиться. Войди. Валиде. Ибрагим, мой шахзаде. Простите меня, Валиде. Это все моя вина. Это все произошло из-за меня.
О чем ты говоришь? Баязет знал. Я ему все рассказал. Подумал, что он сможет помочь. Выход найдет. А он пошел и все рассказал своей валиде. Он не обещал. Слово дал, что не расскажет никому. Значит, в этом Абаизет тоже замешан.